Во втором чемпионате по теннису среди сеньоров приняло участие 68 человек. Они, прежде всего, приверженцы здорового образа жизни, любители и профессионалы, которые собираются вместе, чтобы сказать и показать на своем примере, большой теннис – это здоровье и активное долголетие. Ведь одному из участников за 60. Играю в теннис почти всю жизнь. Но в детстве немножко играл, потом не играл какое-то время. Ну, последние там... лет 35-40 играю регулярно. Теннис, он как наркотик просто. Если ты не играешь несколько дней, мне стало, становится что-то плохо, меня начинает воротить и все. Вот, и прямо ноги несут на корт, и все. Это уже привычка, образ жизни. Открывая турнир, глава администрации Московского района Александр Прадун подчеркнул, что в Бресте создана крепкая спортивная база, что способствует развитию как профессионального спорта, так и любительского. А возросшее количество участников по сравнению с прошлым годом – показатель того, что большой теннис в Бресте пользуется популярностью. Можно сказать, что Московский район – это такое спортивное ядро, скажем так, где как занимаются как любители спорта, так и профессионалы, которые помимо, скажем так, занятия физкультурой, скажем так, позиционируются не только с ЗОЖем, да, а действительно такое времяпровождение, скажем так, где можно зарядиться положительными эмоциями, выложиться на все 100. На втором открытом чемпионате среди сеньоров было заявлено 5 сеток одиночного разряда, 7 парного и микстер. Каждый игрок старался показать свои умения, которые он приобрел в большом теннисе. У кого-то получалось лучше, кто-то гордился поставленными личными рекордами. Мы собираем любителей и бывших игроков, профессионалов в теннис, те, кто играли в теннис. Люди старше 30 лет приезжают к нам и участвуют в турнире. Они показывают свое мастерство, свой уровень игры, который они отточили за это время. Вот. Ну и, соответственно, мы выявляемся сильнейших. У нас присутствуют очень сильные игроки из Минска. Это такие, как Александр Живняк, это такие, как Геннадий Ушацкий. Это ребята, которые приехали из Минска, очень сильные. Также у нас очень сильные, хорошие игроки приехали из Гродно. Это Сергей Судникович, игрок, которому уже за 60 лет. Он уже неоднократный чемпион наших белорусских турниров. Вот, очень сильный игрок. Активно участвовали брестские теннисисты-сеньоры, как и в прошлом году. Их команда показала весьма хорошие результаты. В планах делать этот турнир ежегодным, так как в прошлом году очень понравилось нашим гостям и, соответственно, брещанам турнир. И мы продолжаем, и будем дальше это продолжать, потому что мы видим, что интерес есть. Поэтому для этого мы делаем и проводим, организуем эти турниры. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк и Юрий Лимонтович. Новости Бреста.